ребята! Клади красоту! Одесский маяк на горизонте! Поворот, Оверштаг! Ради грота Шкот! Шкоты на правую! Так держать! Повыше. Правее. Правее. Так держать. И? Красив? Ага. Очень хорош. Я вижу, ты не в духе. Очень ты много видишь, дорогой. Угу. Я вижу, ты не пришила пуговицу, хотя обещала пришить. Ух, прости, я совсем забыла. Волнуйся. И самое главное, не робей. Прямо являйся и докладывай. Штурман дальнего плавания Ирина Захарова. Во всем нужна уверенность. Ух ты. Конечно. Давай сюда. Вот и наш тоже отслужил свое. Нет, в нем есть еще сила. Я его ни на один теплоход не променяю. Я свой дельфин знаю. Я на нем еще до тебя 10 лет протрубил. И матросом, и кочегаром, и рулевым всем был и везде побывал. Жаль только, на Карибском море небо. Это я упустил. А старика зря обижают. Завтра ремонт кончаем. Пожалуй, опять на линии поставят. Я и решил, дай-ка проведаю сухопутного жителя. Спасибо, Иван Платон, что не забыл. Да вот досада-то. Мне придется тебя покинуть. Я нынче дочку встречаю. О, да давно ли она у тебя? Уа-уа. А теперь и будь во. Я ее, пожалуй, сама не признаю. Зимой учится, а летом на этой... На практике какой? Боевая. Вся у меня. Прихожу я как-то из рейса, а она только что школу окончила. Давай, говорит, отец, твою старую робу пойду, говорит, на моряка учиться. Ты рехнулась, говорю. Она нет, отвечает. Мой дед был рыбаком, мой отец моряком, а я, говорит, тоже на море хочу. А вот с собой... Косичка тут и торчит. Ах ты, говорит, девчонка-то эдакая. Да ты море-то видала? Видала, говорит. А водичку соленую глотала, а она опять свое. Вся в меня упрямая. Ну, тут я рассердился, затопал. На, говорю, тебе деньги, приезжай куда хочешь, учишь чему хочешь, только, говорю, от моря подальше. Вот. Ну и поехала она в этот... В медицинский институт. Авария! Совсем расстроила старуха. Ну, расстаемся. Можно начинать плакать. Я предлагаю вам совместную работу, штурман. Благодарю. Вы хотите работать под моим командованием? Это надо попросить Василия Громова, чтобы он согласился работать под командованием девчонки. Просьбы не будет. Давай поговорим серьезно. Не согласна. Жаль. Взяла бы назначение на один корабль со мной. Будешь тонуть, не пожалею 5 минут, спасу. Ты очень любезен. Но я не хочу, чтобы ты рисковал, милый. Я к тебе в помощники не пойду. А ты... Ну ладно.
Успеем еще поругаться на берегу. Из Ленинграда. Какой вагон? Вагон. Буду 20-го. Про вагон не скажем. Молодежь учится давно. Кончила. Эдик. У меня летчик. Как есть матрос. Да не матрос, мама, а штурман дальнего плавания. Дальнего? Да ведь я же обо всем писала. Разве мои письма не дошли? Да получила, как же. А вот отцу, прости меня, не все передала. Здравствуй, попка. Все надеялась, что, может, еще передумаешь. Нет, не передумаю. Кириша, подумайте, ведь 27 лет я дожидалась моего старика с моря. Все встречала, допровожала. Каждый раз сердце замирало, вернется он или нет. Ну, счастья не взяла море. Перешел на твердую землю. Живет под моим присмотром. А теперь что же, начинай все сначала. Тебя встречай, допровожай. Ах, дальний штурман. Да ты за меня не беспокойся, мама. Я море с детства люблю. И меня море полюбит. Отчаянная. Ты хоть отцу уж не говори сразу. А по-моему, лучше сразу. Да что ты? Так убить может. Человек он старый, сердце слабое. У отца слабое? Да, как бросила работу, все хворает. С виду здоровый, а глаза скучные. Я ему, Петр Федосеевич, ты что, захворал? А он, нет, я здоров. А ведь я-то все вижу. Ба! Машка. Идет. Прозевал, дочь. Прозевал. Что, мать, хороша? Ах, ты черномазая. Где ты так загорел? Под ветром на море. То есть, почему на море? Хороший пляж под Ленинградом. Ну, за стол неугомонный. По такому случаю...
уже. Вот ты мне и скажи, здоров я или болен? Здоров. Правильно определила. Вот видишь, так что всех твоих лекаришек за борт. У нас теперь свой медик. Только я скоро уеду. Куда это? Ну, куда пошлют, на работу. Вам до кого? У меня капитана. От ідіть уліво, потім у бік, до маленького трапу. По цьому трапу уверх. Там таки знову уліво. І там побачите капітана. Спасибо. Тільки його зараз нема. Говорят, скоро двинем. У рейс. Эх, надоела мне эта стенка. Даже, понимаешь, не верится, что опять буду видеть что-нибудь другое. Вернусь, красавица, поздно или рано, стану поздним вечером у старого каштана. Сердце заволнуется в пламенной груди, если не разлюбишь ты, то тоже приходи, деревья нас дорогу провожают. Мальчишки нас толпою окружают, для нас глядят девицы с интересом, мы за весы моряки. Позвольте спросить, вы к кому? Капитану. Капитан отлучился на берег, я его замещаю. А вы по делу или просто так, в гости? Просто так, познакомиться. С кем? С пароходом. А, прошу. На корабле когда-нибудь бывали? На таком не бывало. Пассажирский пароход «Победа», бывший «Дельфин». Быстроходен, как глиссер, удобен, как океанский лайнер. Это я вижу. Это у нас променад «Дек». А это что? Что это? Ах, это же пыль. Морская пыль. На море, знаете ли, всякое бывает. Ветры разные, муссоны, пассаты. Наш брат ко всему привык. Я, знаете, люблю этот хороший шторм. А скажите, у вас все здесь такие храбрые? Вот боцман. Знаменитый боцман Федюков. Вы знаете, что такое боцман? Догадываюсь. С детства плавает на лучших судах. Пожалуйста. Прошу вас. Осторожно. Не упадите. Это у нас фор брас крюстрюм брамсели. Как вы сказали? Фор грот тепанат марсели. Ага. А скажите, вы всегда так веселитесь? Свободное от вахты время, пожалуйста. Спасибо. Как вы уже уходите? Заходите. Как-нибудь загляну. И все-таки вы настаиваете? Да, товарищ начальник, я прошу. Я же вам уже говорил, что этот пароход чудом уцелел. Давно пора на слово.
Его хватит на одну-две навигации. Ну и что же? А я так думаю, товарищ начальник. Есть у нас большие новые корабли, есть старые похуже. И все они должны работать на полный ход, верно? Даже если им осталась одна навигация. Так-то так. Все-таки я не понимаю вашего упорства. Вокруг новый большой флот. Смотреть приятно. Что вы надумали на дельфины? Не знаю, как это вам рассказать. Я с детства привыкла к этой мысли. Еще девчонкой смотрела с берега. Ведь на Победе уходил в море мой отец. Вот как? Тянет, значит. А справитесь? Буду стараться. Дело трудное. Там неплохие ребята, но они киснут на этом корабле. Они прекрасно понимают, что судно доживает последние дни. И если мы даже поставим его на рейс, там нужна крепкая рука. Не доверяете? Мы приветствуем приход женщин на командные посты. Но поймите, для начала найдется работа на берегу. Тут тоже нужны люди с образованием. Я так и знала. Подумайте все-таки. Я уже подумала. Мы можем послать вас на Абхазию. Образцовый теплоход. У них красное знамя. Сегодня у них, а завтра у других. Добро. Попробуем. Испытательный срок 1 месяц. Трудно будет? Приходите ко мне. Спасибо. Ну как, что? Куда? Моя очередь. Ну, ясно. Ты, конечно, выбрала самую старую, самую истрепанную калошу на всех 12 морях, омывающих Советский Союз. Ну, не всем же идти на образцовые теплоходы. Хотел бы я видеть этот корабль во время шторма. От него при тихом бризе куски отламываются. Смотри, как бы мы твой экспресс не обошли. Да, конечно. Регистром ремонт принят. Принят? Нам утвердили план. План? Вот он график. Одесса, Батуми. Ого. На старшего помощника будете вы. Пока не придет новый штурман. А кого пришлют? Еще не знаю, да уж, наверное, крепкого парика-то. Ну, красота. Эй, на суше, какая погода на берегу, а? А, прибыл. Абхазия пришла. Сухумский. Некогда. О, много дел. Могу подсобить. Неужели? Отчего же? Я так полагаю, самое время огурцы сажать. То есть? На месте стоите? Стоите. Маленькую инициативу. И к борту можно присобачить палисадничек. Настоящее дело. Только что? Тебе огурцы, помидоры, лук зеленый. Скажи ему, а то я сам скажу. Что же это? А в чем дело? Эдакому кораблю спешить некуда. Вы так думаете? Вот мы об этом с вами поговорим через неделю в Батуми. Мои документы. Захарова Ирина Петровна. Вы, наверное, помните моего отца. Вашего отца? Петровна. Ирина Петровна. Это ты? Вы? Это я. Ну, садись, штурм. О, ну, скажите, штурман, что такое девиация компаса? Девиация компаса есть отклонение стрелки компаса от магнитного меридиана. Еще что-нибудь спросите? Еще спрошу. Как же это, Петр Петросеевич, меня, старого приятеля, тихим ходом обошел? Дочка, говорит, учится. Медиком будет, а? Об отце особый разговор. Он не в курсе дела. Далекий
Ребята! Сейчас сами дал. Поднялась наверх и прямым курсом к капитану. Да кто ты толком рассказал? Я вот так стою, она топ-топ по трапу. И к нему. Кто она? Старший помощник. Почему она? Ну, кажется, знакомы. Знакомы. Это вы, кажется, любите муссоны? А хорошо бы подул такой муссон, чтобы унес с корабля эту, как ее, морскую пыль. И не мешало бы вам побриться. Так я только что вчера, позавчера. Говорят, Сан-Франциско, 300 моряков взяли расчет, когда на их не шип наняли девчонку в официант. Так все Сан-Франциско, вон и несознательны. Старпо, мной на берегу девчонки не больно командовали. Бачили цяцю. Были такие, пробовали. От бы хотів би я на них подивитися. А что? Вот однажды выхожу я на берег, кругом весна, пташки щебечут, чирик-чирик. Иду, а навстречу, мне... Если не ошибаюсь, вы о чем-то рассказывали. Так, случай один. Угу. Про пташек. Осторожно, не упадите. Давайте знакомиться. Захарова. Кайло. Пекренко. Дудкин. Кондратьев. Полевчук. Федяков. Знаю, боцман. Только не дюж знаменитый. Угу. И на хороших кораблях срод не плавал. Неправда. Честное слово. А этот чем плох? Ну, известное дело, старый. Небольшой, конечно. Конечно, это не Абхазия, не тот комфорт. Подумаешь, а мы здесь такой блеск наведем, что на Абхазии зажмурится. Товарищ Старпом, у нас и так на палубе чай пить можно. Только скатерть подослать. Ну, значит, нужно сделать так, чтобы чай пить можно было без скатерти. Это я вам скажу, не комнату подмести. Корабль. Вот я рулевой, к примеру. И могу его так провести, что от нашего до чужого борта мухи пролететь негде. А чтобы в одну секунду каждую доску одеколоном побрызгать, этому нас не учили. А перед начальником стоять вас учили? Гудит на посадку. Не успел наглядеться за 40-то лет. Кто там такой на мостике? Не разберу. Маленького росту, а? Пойдем, неугомонный. Опять ветром потянуло. Ладно. Петр Федосеевич, ты куда это стреканул? Я тут, я только до пристани. Что ты? Тебя там внизу сыростью прохватит. У тебя и так ногу ломит. На море никогда не ломит. Вот тебе, скажу, вреда не отрицаю. Ты сложение слабого. Ты вообще, ты меня, подожди, я мигом. Мигом? А зябнешь? Кому за тобой ходить? Мне. Ты меня не держи. Я в прошлом человек военный. Ты мне не указ. Петр Федосеевич! Имею в виду, она штурман молодой, так что, ну, ты человек бывалый, в случае чего... Будьте спокойны, проведем так, что промеж нас и Абхазии муха не пролетит. В порядке. Но, только без кучек. Yeah.
Нашего Захарова дочь. Помнишь его? Дочь? Как же? Помню. Старик сдал этот пароход, когда еще он был маленькой лодочкой, а? Чуть левее. Эй, вы, полегче! Что вы делаете? Разбойники! Извозчики! Ну чего ты надрываешься? Пустяковая царапина. Шел бы кто порядочный, то ведь вон... Ай-яй-яй. Кто так отваливает? Я бы такому штурману голову оторвал. Да пойдем, неугомонный. Надо слушать команду. Этому вас учили? А чего они нос задирают? Теплоход. Мимо них и пройти нельзя. Как же мимо, когда мы их задели кормой? Старое дело. Я веду точно. Ухо не пролетит. А тут боковая волна. Случается. Ну и все. Первый раз стоите. Я боюсь, что вы стоите в последний раз, товарищ Гайло. Что тут особенного? Малость погладили. Это ведь не авария. Особенно то, если еще хоть раз повторится что-нибудь похожее, я вас немедленно уволю и отдам под суд. Понятно? Это понятно. Поздравляю с первой партией. Поздравляю. Вы так не нажимайте. Спокойно. А рулевому вы правильно сказали. Правда, и я тут виноват. При чем здесь вы, если я на вахте? Как оно вышло? Лиха беда начала. Ну, видите. Открыть площадку для танцев. О, на следующей стоянке мы будем все красить до самых пор бомбрамселей. Постойте, у меня для вас есть дело. Пойдем. Что это? Ну, что это такое? Это фикус. А, морской фикус.
только побыстрее. Что там за тревога, а? Пожар? Где вы только не бывали, боль каких вы не встречали. Да? Простите. Ирина Петровна. В чем дело? Товарищ Старпом, теплоход Абхазия спрашивает, сколько мы времени простоим в Батуми. Зачем это им нужно? Передайте, пусть посмотрят расписание. Есть. Ну да. Вам кого, молодой человек? Вас. Меня? Я с теплохода Абхазия. В Одесском порту вы нам повредили борт. Вот здесь акт и счетик. Не выйдет, молодой человек. Больно прытки. Вы сами стояли не на месте. Это во-первых. Во-вторых, мы не задели вас нисколько. Почти не задели. В-третьих... В-третьих, что поломали, чините за свой счет. Вот. Прочтите. Вышли неправильным курсом. Ерунда. На вахте стоял мой помощник. Штурман мирового класса. О, вот вам и о. А ну давайте его сюда. Мы с ним потолкуем. А вот потолкуйте. Вторая каюта направо. Потолкуйте. Не задаст она ему жару. Только бы у них до драки не дошло, а? Ну. Буду ждать, товарищ Старпом. До скорой встречи, товарищ штурман. Радиоузел парохода «Победа». Передаем граммофонные пластинки. Уважаемая Елена Петровна, дорогая, дорогая Елена Петровна,
Ирина. Кажется, это неинтересно, но я все-таки скажу, о себе скажу, о моих чувствах. Нет, никто. Никто. Композитор Мендельсон. Песни без слов. Вы только, пожалуйста, не сердитесь. Вот смотрю я на вас, Ирина Петровна, и как-то лучше становится жить. И почему-то петь хочется. И очень хочется сделать что-нибудь такое героическое. Чтобы вы мне протянули руку. Слова е, а песни немае. И сказали бы 2-3 ласковых слова по секрету. Вот так, как я вам сейчас говорю. Громову. Служебное? Нет, личное. Жду 15-го Батуми. Твоя Ирина. Написали? Простите, что побеспокоила. Ну да. Твоя Ирина. Сердитый отец поживает. Узнал про твои проделки. Как приезжаю в Ялту, твоя открытка с видом на Петре. На обороте, жива, здорова, привет. Что ж, так старик и не узнает? Когда стану настоящим штурманом, тогда узнаешь. А чем же ты не штурман? Давай здесь сядь. Нет, пойдем, так хорошо. А я хочу сесть. Ну, я хочу идти. Нет, ну если ты не хочешь, пойдем. Нет, хочу. Мне здесь нравится.
Я буду возвращаться с плавания и спешить к тебе. Ты знаешь, когда долго не бываешь на берегу, как приятно думать, что тебя ждут, что тебя встретит тот, о ком ты все время думал в разлуке. Тот, кого так крепко любишь. Встретиться, смотреть друг другу в глаза и рассказывать. Знаешь, как много можно рассказать после разлуки. Правда? Вот так и у нас будет. Конечно. Я буду возвращаться с моря, а на берегу меня будет ждать моя милая Линка. Ну как же я буду ждать, если я сама буду в плавании? А раз тебе обязательно плавать? Что ты хочешь этим сказать? Ну, мы только что говорили. Я совсем не думала о себе. Я буду ждать тебя на берегу. Встречать, провожать и махать платочком. Ну, смешно, если ты подумала обо мне. Ну, знаешь. Постой, постой, Ириш. Ну, ты же обещала не ссориться. Я прощаться не буду. Я сам сегодня на берег. Зайду проведу старого чела. Ну, как он, отец, поправляется? Не знаю. Насилу его уложила, доктор. Маша. Ты лежи. Вот если бы не я, так и скакал бы, как конь. А ему все хуже. Вон и глаза-то скучные, скучные. Угу. Да. Доктор, значит, банки, горчишники и это повторить. Да. Мама, что с ним? Ой. Да. Доктор, значит, банки, горчичники, видите, что я... Забудь, что ты больной. Как, старина? А, гости у меня сегодня, Ирина. Дочка моя, познакомьтесь. Ну-ка, медик, послушай, как я дышу. Ты не смейся, она у меня, о.
Я видел хороший сон, будто я снова на море. Иван Платоныч, взял бы ты меня с собой еще разок глотнуть морского воздуха. Ну что, ты лежи, поправляйся. Я и сам скоро на бережок. Тем более смены есть. Есть, говоришь. А то я хотел тебе присоветовать. Взял бы ты в капитаны мою старуху. Велели банки ставить. Ириша, ты где? Давай. Небось, опять уплываешь. Завтра. Завтра. А я все жду, когда вернешься. Мало ли простора на земле. 56 лет живу. А не слыхала, чтоб девицы в матросах ходили. Ну, пустяки, мама. Только бы отец поправился. Но ведь когда ты здесь, он совсем другой. Все-таки родная дочь. Ну, осталось бы в самом деле. Раз отец захворал, тебя отпустят. И работу найдут на берегу. И доглядеть за ним легче будет. Ну, пожалей отца. Старый он и опасно больной. Опасно? На берег. А по какой причине? По очень уважительной. Слыхал? Говорят, уходит. Как, совсем? Угу. Это правда? Ирина Петровна, у вас хорошая память? Да, как будто. Плохо. Я думал, вы забыли ваш первый приход сюда к нам. Форбрат Брамсель. Да ведь это же была шутка. Ну, мы же не знали, кто вы такая. Ребята просили вас спросить. Вернее, передать. Если вас кто обидел, так... Да вы все чудесные ребята. И дело совсем не в этом. Ну, пора. Куда пора? В рейс. А. Это мой последний рейс. До Батуми. Вы что, в первый раз едете? Нет, в первый раз билет покупаю. Вот.
Петр Федосеевич, ты что ж это? Не досчитал. Расшибся? Ерунда. Ну, иди на перевязку живо. Да. Без разговоров. Есть без разговоров. Что решили? Курс на Одессу. Полный ход. Попробуем держаться. Так. Без хорошего рулевого не пройдем. Пройдем. Куда? На камни. Она совсем мы качаем. Ну, качать, качать. Ничего особенного. Слегка испортилась погода. Спите спокойно. Спокойной ночи. Иван Платоныч. Иван Платоныч. Ты опять здесь? Я могу заступить. Работы. Будьте спокойны. Русским языком сказано, публик пока не смыло. Тебя хлопом. Иван Платоныч. Хороший ветерок! Ты! Ты куда? Пять! Морского воздуха вдохнул! Старый черт! Мало мы с тобой плавали! А ну, становись, штурвал! Старики еще пригодятся! Двигай, двигай, Федосеич, еще повоюем! Повоюем! Ты? Ты что здесь делаешь? А ты? Почему ты не в постели? Я? Я старый моряк. Ну и я тоже. Держать ровней. Постой, постой. То есть как это? Я тоже. На каком основании? Еще левее. А? Сам знаю. Даем все, что можем.
еще прибавить. Есть свет? Крик по всему эфиру. Кажется, это последний рейс старого Ельцина. Море перекачало. Нет, еще две бочки осталось. Вот это одна. Воды прибавляется. Они в 10 милях от нас. Кто? Амфитрион. Иностранец. Капитан запрашивает, в каких деньгах будет производиться расчет? В английских фунтах, в итальянских лирах или... Скажи ему! Правильно. Ну да. Давайте, давайте. Вы здешний? Мне надо справочку навести. Где сейчас пароход «Победа»? Не слыхали? Не слыхал. С ними ничего не случилось? Что с ними может случиться? Да. Молчит. Да-да. Принимаем меры. Координаты. Связь с победой прервана. Есть. Есть. Сейчас мы их отыщем. Возьмите меня с собой. Вас на море? Все-таки я жена моряка и мать дальнего сына. Не услышит. Товарищ Старков, готово, больше не протечет. Ну, теперь живем. По такому случаю. Теперь слушай мою команду. Держи. Теперь мы с тобой поговорим, медик. Огонь по левому борту! Держи. Сигнал по международному коду. Я... Амфитрион. Штормом побежден русский. Капитан просит учесть. На борту женщины и дети. Шлюпки сорваны. Капитан просит... Отвечайте. Мы, советский пароход «Победа», идем на помощь.
первой шутки старших помощников. Бывает исключение. Вы меня хотите отстранить от моей работы? Раешься. Я здесь не девочка, а старший помощник. По такой волне шлюпка не пойдет. Молодец. От молодец. Добровольцев на первую шлюпку ко мне! Добровольцев на первую шлюпку к Старпому! Как бы не продуло. Товарищ Захар, разрешите, я пойду с ним. А кто здесь останется? Вы. Приказ капитана. Я его выполню за вас. Спасибо. Настоящий моряк. Скажи на милость. На суше жена командует, на море дочь командует. Что ты будешь делать, а? Поди переживай, старуха, там на берегу. Отвази ее. Какого лешего они тут? Алексе. Вам до кого? Доброе утро. А мы вас искали по всему морю. Вы хотели у нас попросить буксир? Еще минута, и мы с тобой опять поссоримся. Ты на меня не сердишься? Ну, если ты понимаешь, что был неправ. Ты же больной, непутевый. Нет, я совсем здоров. И я тебе что-то скажу. Только ты не волнуйся. Ирина, это помощник капитана. Штурман. Что ты, Петр Федосеевич? Ты молчи. Не беспокойся. Хороший штурман. Что, мать, хороша?
И помяни мое слово, она еще капитаном будет.